Та-та-ти-та-ти-та-тай. Тра-рай. О, ребята, а это что, Инфернус? А, смотрите, это точнее остатки Инфернуса. Боже ты мой, что с ним делали-то? Ого-го. Смотрите, что с тачки осталось, вообще капец. Она вообще, наверное, ребят, даже... О, даже покрышки. Ох ты, боже мой, бампер погнули. Вот это да, походу человек на большущей скорости летал. Вот что значит, ребята, бывает, когда ездите на большой скорости. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности. Кстати, кто знает, что такое правило безопасности, жмакайте, ребята, палец вверх. Посмотрим, сколько нас знатоков. А ну, ребята, давайте наберем с вами 1000 лайков. Давайте, 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 давайте. Класс, 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 класс. Вот, все. Вот это совсем другое дело. Ну, ребята, вживую я видел, эта тачка дорогущая. Но чтобы в таком состоянии, боже мой, даже дверки работают. Вот это да. Она даже дымит, ребята, походу, двигатель там еще рабочий. Да, вот это да. Ну, кстати, давайте мы сейчас подвинем ее. Сейчас, ребята. Вот это да. Просто без колес, кстати. А ну-ка, где колеса? Где-то, кстати, тут колесо видим. А, уже кто-то забрал. Представляете, ребята, кто-то уже забрал колеса. Вот это да. Молодцы, конечно, там эти колеса только по штуке баксов одно колесо. Ой-ой-ой, боже ты мой. Что-то не то сделал. Ну ладно. Пускай стоит, ребят, чтобы она не мешала здесь другим жителям. А мы с вами. Ух ты, это что там? Ребята, смотрите, какая громезная куча мечей. Так, а ну поехали, сейчас мы разберемся, что они там вообще делают. Очень и очень довольно-таки мне интересно. Так, а только где тут... Ух ты, боже мой, выход найти. Здесь пока нужно ехать. Так, а куда что ехать-то дальше? Поехали сюда. Так, аккуратно набираем скоростуху. Так, ребята, мы практически уже у цели. Ух ты, боже мой, хотя бы... После таких прыжков и меня могут колеса отпасть. Да, нужно ездить все время аккуратно. Предельно аккуратно. Ух ты, боже мой. Так, 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 ой, спокойно, спокойно. Ой-о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 й
Только не это зацепил, зацепил. Боже ты мой, смотрите, там целая куча мечей погнала вниз. Ха, просто как лавина какая-то мечей. Смотрите, на город погнала огромная куча мечей. Суперски, просто классно. Может там еще что-то осталось? Сейчас мы все, ребята, отсюда выдвинем. Ой-ой-ой, чуть разогнался. О, гоним все мечи. О, смотрите, они как коровы, ребята, бегут. Прям все, все как положено по трассе, все, все отлично. О, сзади там целая куча этих мечищев. Давайте мы поедем вперед немножко и посмотрим, как оно будет выглядеть. Сверху, именно вид сверху, это будет что-то с чем-то. Круто, ребята. Вау, чуваки, пропустите. Все. Ребята, смотрите, наблюдаем. Целая куча мечей. Супер. Даже джип в шоке, смотрите, бежать, думает, боже ты мой, это что такое? Класс, ребята, смотрите, на 6 мечей, боже ты мой. Ребята, я закажу, короче говоря, несколько сотен, а может быть и 1000 мечей. Вот, и мы, ребята, сдвинем его с горы точно, пускай это мы сделаем в следующей серии. Вот, целую кучу мечей, армию мечей. И пускай они все котятся сюда, представляете, целая волна с гор будет идти, волна мечей. Это будет что-то с чем-то вообще круто. Как же это круто, ребята, слушайте. Куда они себе пошли, такие, как жители города. Ага, ребят, поехали вперед, как на тачку, как тачки какие-то, как колобки, блин. Как ни в чем не бывало, все нормально. В городе куча мечей, ну все нормально. Тачки бежают, тачки в шоке, думаю, ох ты боже мой, что делается. Да, вот это, конечно, да. Не видел еще ни такого никогда. Ну ладно, поехали, ребята. Поедем прокатимся с вами. Кстати, давно мы так заезжали с вами в гольф-клуб. Ух ты, это что тут такое? А ну, ребята, топим, притопим. Ух ты, боже мой. Вот это да. И стекло выбил. Ребята, вы видели? Смотрите. Ух ты, здесь уже... Здесь коробки уже-то двигаются. Эй, чуваки, вы меня сзади подперли. Ох ты, боже ты мой, сальтуха. Это что было? Я не понял, я уже на колесах? Вот это приземлился, так приземлился. Слушайте, я этих аномальных ящиков еще никогда не видел. Вы видели? Мы сквозь них проехали. Вот эточки, да. Вот эточки, да, так да. Так, ну ладно, мне этот пирожок уже надоел, честно говоря, ребят. Оставлю я его.
возьму что-нибудь О, Маквина, Маквина. Это, конечно, друг еще тот. Маквина крутой, ребята. Класс, ребята, топим сами, давайте мы немножко проедемся, покатаемся на нашем любимейшем Маквина. Чемпион просто гонок. Ох ты, боже мой. Перелетим. Фух, ребята, перелетели. Я думал, что все, капец там будет, потому что там вода была. Я успел педальку газа нажать, но, ребята... Думал, что не успею, но я успел. Вау, ух ты, боже мой, да! Фух, еще один перелет. Фух, перелет был успешен. Так, кстати, я что-то езжу первая, вторая, даже на вторую не успеваю, в принципе, переключиться. Надо куда-нибудь, да, газон скользкий, его, наверное, только и постригли. Молодцы, конечно, газончики, что стригут. Ух ты, боже, это мой, это что тут такое, какой-то коробок стоит, что ли, или что-то такое. Девятый номер. Короче, чё, девятый номер, пар четвертый. Короче, да, ребята, немножко я врезался в какую-то табличку. Ух ты, боже мой, сколько здесь этих маленьких островков с водой. Просто ужас, сколько их там. Ух, классно. Вау, это что там за коробки, ребята? Смотрите, что тут коробки какие-то валяются. Ух ты. Не понял. Они что, какие-то невидимые, что ли? Смотрите, ребят, мы просто-напросто насквозь проезжаем. Вау! Я такого еще не видел. Здесь какая-то тачка стоит интересная. Ха, черным цветом. А ну-ка. Да, ребята, коробки просто-напросто, смотрите. Ох, не, некоторые, кстати, там, да, еще двигаются, но в целом коробки какие-то они, походу, сформировались и протапливаем, ребята. О, кстати, давайте... Ой, Маквина выехала. Сейчас со всей скорости попытаемся разогнать тачку. И, ребята, просто в эти коробки мы въедем. Вот так, два коробка мы вывалили. Это хорошо. Нам надо эту кучу, ребята, просто... Просто разнести. Для чего? Потому что... Это главный приз, ребята, нашего гольфа. Ох ты, боже мой, прям ворота вывалил. Даже не думал, что это сделаю. Спокойно, спокойно, спокойно. Ух, тачка какая быстрая. Ух ты, боже мой, это что было такое? Что-то, ребята, куда-то провалился, меня куда-то унесло. Так, все, пора сюда выезжать. Я хочу поездить по крутому, спокойному городу, а не по вот этим вот... По вот этому вот скользкому газонищу. Ну все, мы здесь и так коробки эти разобрали. Ого. Так, ребята, что-то тут забор опять восстановился. Как-то быстро он сильно восстанавливается. Сейчас мы... Ой, ты боже, мы там дядька на газон срежет. Сейчас мы быстренько этот забор проламываем и едем просто вперед. Ох ты, боже ты мой. Как мы проехали. Так, ну что, ребята, поехали дальше. Ух ты, что тут за стенка? А как же ее снести? Сейчас мы сделаем еще одну попытку. Ух ты, и у Шевроле Камара тоже не получилось. Так, ну что, давайте еще сделаем один разгон. Во, как она дрожит, ребята. Вот это да, прям как не знаю, что вылетело. Видали, ребята? Ух ты, как футбольный мяч. Ой-ой-ой, тут гараж. Класс, слушайте, ей нужно воздух как-то поднять. Просто-напросто будет какая-то летающая крыша. Классно. Надо с разгона, точно. Ах, только не падай. Вот, отлично. Сейчас, ребята, мы с разгона попытаемся как футбольный мяч просто отфутболить. А ну отходите. Есть. Смотрите, как летит, ребята. Просто как пиксель какой-то. О, бэмс. Вот это да, круто. Ух ты, боже ты мой. Да, скорость на этой тачке, конечно, великолепная. О, но эта тачка покруче куда будет. Так. Фух, классно. Ладно, ребята. Хватит играться этой пластиной.
пускай тут ребята гоняют другие, а мы с вами поехали погоняем на крутой машине. Кстати, не знаю, что это за тачка. Кто его знает? Ух ты, боже, мы там это что за штуковины такие? Поехали, ребята, на разведку. Ну что, ребята, с вас по лайку. Ставим лайки, ребят, короче, подписываемся и смотрим другие видосы. Ух ты, боже ты мой.